Добрый вечер, все поклонники футбола. Мы рады приветствовать вас на стадионе «Спартаковец», где в чемпионате Москвы по футболу среди команд любительских футбольных клубов дивизиона А в 21-м туре встречается родина 2007 года рождения против соперника команды «Росич». Звучит стартовый свисток, и мы начинаем. Начинает футболист гостей, футболист «Росича». Именно им досталось право ввести мяч в игру. Айвазов упускает, и здесь будет прострел. Удар в дальний угол. Оказалось очень опасным это может быть. Атака в исполнении гостей с завершением от Федора Зубрева избирала, исходя из плана на эту игру. Зубрев разворачивается, бьет. И здесь играет на опережение футболист. Роща нет офсайда, и по всей видимости... Гол засчитан, мяч указан на центр. Магомед Османов отличился и открыл счет в нашем матче. Здорово продолжает работать коллективный прессинг, но стойко выдержал это испытание 88-й номер команды «Росич». Павел Поздняков продолжается атакой и завершается удар. Продолжает очень активно «Росич» в этот финальный отрезок первого тайма вкатываться. Сейчас зарабатывает еще один штрафной. Нарушение правил должно было караться желтой карточкой. Ну и здесь, по всей видимости, будет все-таки прямой удар в ближнюю 9. И красивейший гол от перекладины. 2-0. Росич увеличивает свое преимущество. Красивейший гол. Пятый Александр. Скинул мяч в направлении Казаряна. Атака по левому флангу Росича. Удар, но блокируется. Продолжается эта атака. Мяч уже на дальней штанге. Разворачивается и имеет возможность близкого расстояния пробить поворотом. Ну и сразу же в сторону скамейки отправляется игрок, поразивший цель. Празднует взятие с тренерским штабом команды Родинский. Павел, ну, в данном случае сейчас и присматривает. Получает мяч Данил Древунов, решил заменить футболист. Классная передача Арсений Донских. И перекидывал мимо Рената Соколова этот мяч. Подсечкой. Он вот так внешней стороны стопы пытался. Все, он перемен. И здесь нарушение правил. И вышел на замену футболист. Первым касанием зарабатывает желтую карточку. Дежон Базоров. Ну и 10 минут также поле покинул Росича. Ой-ой-ой, здесь, наверное, еще одна желтая карточка появится. Которая становится второй для игрока Росича. Остаток игры они проведут в меньшинстве. Здесь оказался неправ футболист Росича. Гринов 1-1. Перевод в направление Каракина. Артур добирается до мяча. Разворачивается, сохраняет его прострел. И гол мы все-таки с вами видим. Сергей Павлов. Он остался в деле для того, чтобы забить свой гол. 1-3. Позволяет команде он избежать разгромного счета. Уйти с баранкой в графе забитые голы. Шансы, возможно, проявить себя в этой игре. А теперь уже звучит финальный свисток, который сигнализирует нам о том, что в матче 2007 года рождения команды «Росич» зафиксирована победа гостей со счетом 3-1. Благодарим вас за внимание. Эту игру смотрел вместе с вами, комментировал для вас Артем Гурьев. Любите родину, болейте за своих.